Каким бывает горе? Некоторые вещи действительно нужно принять как факт, то есть вот принять вот эту информацию, что утрата состоялась. И это и будет первым шагом на пути к исцелению. Важно понимать, что это целая совокупность факторов, и они всегда очень индивидуальны. Прожить, а не бежать. Какие рекомендации дают психологи? Скорее всего, горе связано чаще всего с переживанием именно утраты. Если в буквальном смысле, то утрата – это потеря или урон. Какие-то кризисные ситуации в жизни, нормативные, ненормативные. Даже миграции или переезд, причем в рамках даже одного города, может человеком восприниматься как переживание утраты. Как может ранить слово или что лучше не говорить тому, кто в горе? Если сказать, чем я могу тебе помочь, человек может подумать или ответить, ну чем ты мне можешь помочь? Новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 21 мая, 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Альбина Зарипова.